Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Сеть магазинов «Евразия Авто Плюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Только в августе в джинс-банке каждую неделю джинсовая пятница. Скидки до 50%. Торговые центры «Конкурент», «Олимп», «Сити-центр». Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате аварии в Кирово-Чепецке. Там водитель мотоцикла столкнулся с легковушкой. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Трагедия произошла в среду вечером в Кирово-Чепецке на улице Производственной. По данным ГИБДД, 40-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением. Байкер вылетел на встречную полосу и столкнулся с окой. В результате происшествия 44-летний пассажир мотоцикла погиб на месте. Водитель мотоцикла был доставлен в медицинское учреждение. Травмы также получил и водитель автомобиля АК, однако госпитализация ему не потребовалась. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Кирово-Чепецком районе 59-летний водитель «девятки» выезжал со второстепенной дороги и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В итоге водитель получил травмы. Как выяснилось позже, мужчина якобы выпил спиртное после ДТП, а также он не имел прав. В Белохолуницком районе водитель грузовика «Фредлайнер» врезался в металлическое ограждение. По данным ГИБДД, водитель многотонника неправильно выбрал скорость и не учел погодные условия. В этой аварии обошлось без пострадавших. Утром в Омутнинском районе Nissan столкнулся с Opel Astra. По данным ГИБДД, водитель первого авто неудачно выполнил обгон. Он выехал на встречную, а затем резко вернулся на свою полосу и столкнулся с Opel. В итоге автомобили получили повреждения. Помощь медиков никому не понадобилась. Сергей Пичугин, место происшествия.